Эти выборы, которые объявил Назарбаев как досрочные, они все были досрочны в истории страны, мы считаем нелегитимными. В связи с тем, что поправки внесены в законодательство страны, которые говорят о том, что на этих выборах кандидатами в президенты могут быть только те граждане, которые проработали не менее пяти лет на государственной службе, и их на эту позицию могут выдвигать только политические партии и общественные республиканские организации. Во-первых, это в принципе противоречит, противоречит, конституции страны, Назарбаевские даже конституции, потому что все граждане равны перед законом по конституции страны. А тут получается, что право выдвигаться в президент имеет только тот человек, который проработал не менее Пяти лет на государственной службе. Получается профессиональная дискриминация. Почему человек, проработавший пять лет на государственной службе, имеет больше прав, чем тот, кто не работал на государственной службе? Уже нарушение Конституции, нарушение международных договоров, которые подписал Казахстан. Мы эти все нарушения публиковали на следующей неделе. Эти все нарушения будут переданы международным наблюдателям. ОБСЕ, Европарламенту. Мы по пофамильно знаем и будем знать представителей международного сообщества, которые будут наблюдать за этим выбором, поэтому мы широко осветим информацию о том, что и эти выборы нелегитимны, нарушаются международные договора, а также конституция страны. Ну и потом вы знаете, что все политические партии внутри нашей страны, они находятся под властью Невозможно зарегистрировать никакую оппозиционную партию, если нет на это воли, собственно, самого Нурсултана Назарбаева. А это опять противоречит нормам Конституции, когда у каждого гражданина есть право заниматься политической деятельностью, состоять в политических партиях, выражать свободно свое мнение. Таким образом, эти выборы нелегитимны. Раз выборы нелегитимны, но тем не менее власть, нарушение Конституции и различных законов страны планируют провести досрочные нелегитимные выборы, мы в основе своего протеста заявляем нет нелегитимным выборам. И мы будем требовать проведения честных и свободных выборов, когда все эти ограничения должны быть убраны. Все абсолютно, включая то, что якобы кто-то, если не проживает 15 лет в Казахстане, он не имеет права участвовать на выборах. В мире таких поправок нет. И это опять является нарушением международных обязательств именно самого Казахстана, потому что Казахстан подписал международные договора. То же самое Касымжумар Такаев не имеет права выдвигаться на позицию президента, потому что он не жил 15 лет непрерывно в Казахстане, около трех лет проработал в ООН, а это международная организация, это не посольство Республики Казахстан, и карманные Конституционный совет, изображая, что он думает, выдал, что якобы э, Такаев имеет право. Поэтому эти выборы уже заведомо нелегитимны. На пути к самим выборам уже создана масса нарушений, которые Центральная избирательная комиссия должна квалифицировать как нарушение действующего законодательства. И эти кандидаты должны быть сняты с выборов. ЦИК не работает. Почему ЦИК не работает? Потому что председатель ЦИК является сватом Дариги Назарбаевой или, как у нас по казахски, если говорить, куда Дариги Назарбаевой. И все члены ЦИК назначены лично нурсултаном Назарбаевым. И мы все прекрасно знаем, что итоги выборов будут сфальсифицированы при любых обстоятельствах, как это делалось 30 лет подряд. Поэтому мы не ищем никаких аргументов, не идем, не бросаем эти иллюзорные бюллетени. В урну и потом фотографируем и кричим, вот Назарбаев нас обманул, они фальшивые. Нет, мы сразу говорим, эти выборы нелегитимны, мы не идем на избирательные участки, мы сразу говорим, нет нелегитимным выборам, и это основная тема протеста, которую мы выдвигаем именно 9-10 июня и требуем исполнения требований со стороны народа.